И сразу же после этого записываю видосик по Грани 3 экстрим. По идее, еще должен быть второй спаун. И там, по идее, должен быть, ну, такой спаун, что база не понадобится. Вот. Ну, сейчас посмотрим на этом и все. Мне надо еще выкинуть вещи, чтобы пошарить, и чтобы бабка пришла и расхватила там доски. Так. Вот, я думаю, здесь такие вещи будут. Угу, там вообще... Угу, прям вообще вещи на каждом шагу, да. Бам, сосать. Слушай, замат просто, ну бомбит, бомбит, реально. Да, бабка бежит. Просто реально обидно очень, то что такой идеальный спаун был, и я не смог пройти. Надеюсь, стеди не понадобится, потому что если понадобится, то... Да. Обманули старого пердуна на дробаш. Ну я вообще. Я не мог. Я реально мог гореть пукан. Ну мы смогли. Так можем ворон тогда убить. Нет. Или да, блять, я тупанул. Зачем я залез под кровать? Я же мог дверью закрыться, он нихуя не сделал бы. Нихуя, ну зачем? Ну нет, ёпта, ну нет.
Схитрили немножко, схитрили. Папка дес. А уже на кухне, да, в сарае. Ладно, окей. Ай, там, ну не знаю, что я спички взял. Я хочу его убить. Ладно, окей. Ладно, потихоньку. Я мог так же сделать, но что-то не сделал, тупанул. Почему-то тупанул. Do you want to play hide and seek? Достали мне бабку. Научит. Вроде хочется, а вроде то... Вроде хочется, а вроде... А вроде хочется. А вроде как-то похер.
Так, нельзя схватить, я забыл так. Вазу тоже взять. Ну, да. Вот это перец. Спасибо. А здесь стадион нам понадобится. Так, перец распределяю. Так, ну, тут, пожалуй. Забей, просто забей нахер, да, вообще. Звук, когда я открыл сарай, бросил там. Не надо слышать. Звук, когда я разрубил кокос, надо слышать. Нет. Нет. Я в шоке. Хм. Если я бы банки взял, бы эту часть сделал. Уж ладно. В любом случае, будем практиковаться потихоньку, да. It doesn't work. Так, смотрим. Подальше пойдите. Как? Ну все, четвертый день, все. Да? Да и хор? День четыре. Меня горит пукан, потому что я не ан. Все, короче, я не знаю. Заново. Все, ребят. Неудачно. Пока.